Для владельца имени с буквой «Л» требуется проявить тонкое восприятие красоты, артистические и художественные таланты, стремиться поделиться знаниями и ощущениями с партнерами. У них есть свой собственный, нерушимый взгляд на жизнь и уверенность в своей правоте. Если присутствует первая буква алфавита в этом имени, то оно постоянно будет стремиться к физическому и духовному равновесию. Натура широкая, но непредсказуемая в порыве эмоций. Верность слову, а также выбранной цели – это основная отличительная черта. Романтики по натуре, они длительное время не могут найти подходящего партнера, который обладал бы таким же бесхитростным характером. Если владельцам этого имени встречается комбинация двоек, это значит, что замысел будет доведен до конца. Начатую работу бросать не стоит, чтобы это обязательно принесло свои плоды. Ведь цифра 22 – это число завершения, квадрат и баланс. Обладатели буквы «Н» в этом имени отличаются стойким характером и умом. В тех именах, в которых встречается гласная буква «А», труд – их природная потребность. Но не любой труд, а лишь тот, который они самостоятельно выберут. Владельцам этого имени свойственен потенциал в различных областях, что помогает и направляет на достижение результата. Даже несмотря на внешние неприятности, этим людям помогает Вселенная, заставляя их выстоять и привести свою жизнь к определенной гармонии, а также отстоять свои ценности и идеи. Буква «Л» в этом имени придает личности артистизм, богатую фантазию, литературные способности. Эти люди обладают проницательностью и живым умом. И еще он обладает прекрасным чувством гармонии. Носители этого имени умеют подстраиваться под других людей. Некоторая отрешенность и неуверенность, заключенная в букве «И», мешает быстро принимать решения и замедляет реакцию. Значение имени говорит о том, что если вдруг представилась выгодная возможность, не стоит ее игнорировать, а надо воспользоваться случаем, который принесет успех и благополучие. Если в этот момент эти люди увидят комбинацию двоек, это значит, что они смогут полностью насладиться процессом, и удачу уже сложно будет чем-то отпугнуть. Звук «Н» говорит о высокой трудоспособности и одновременного отвращения к бесполезной работе. Обладатели этого имени достаточно трудолюбивы. Буква «Н» в этом имени не раздражает окружающих, но с этим человеком придется долго дискутировать на любую тему. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.